Ахмат-бек Корбаши пал в бою как истинный воин. Он хотел освободить свой народ от большевиков, но красные убили его. А это кто? Бешеный волк, выкормыш красных. В яму его! Глаз не спускать, стеречь днем и ночью. Но чтобы ни один волос не упал с его головы. Принимайте нового постояльца. Большевистский шайтан очень опасен. Если подохнет, Тагай выставит ваши бараньи головы на потеху всему базару. Честность, честность и честность. Вот наш беспощадный закон. Эй, ты, человек, лишенный имени. Люди, разве ты не знаешь, что на этом базаре нельзя воровать и попрошайничать без моего разрешения? Как мы поступаем с теми, кто нарушает наш закон? Смерть ему! Стойте, стойте, уважаемый! Вчера на базаре джигиты Тагая раздавили мою собаку. Поводыря нет у меня. Прошу, отдай, отдай мне мальчишку. Он станет моим поводырем. Гладенькие щечки, как стершаяся монета. Ну ничего, я ему шрамов побольше сделаю. Чем больше шрамов, тем больше подадут. Бери его, он твой. Я устроил такие похороны, которым все завидуют. Он навечно останется в памяти правоверных, как герой и мученик. Клянусь Аллахом, смерть Курбаши дорого обойдется красным. А почему ты оставил Ахмат-бека одного? Почему вместе с ним не выступил? Как было договорено, а? Тагай.